Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня, вы, наверное, уже поняли по антуражу, мы с вами находимся в экотехнопарке SkyWay и подтверждаем, что ЭКО в начале названия Центра испытаний, демонстрации и международной сертификации струнных технологий находится не случайно. Итак, наш сегодняшний собеседник – ведущий эколог закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Алина Селиванова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Расскажите, что вы здесь сегодня делаете в экотехнопарке? Какие важные работы, я это уже знаю, проходят в этот, ну, скажем так, ненастный октябрьский день возле Мариной Горки? Сегодня мы проводим первый этап сертификационного аудита экологического менеджмента на соответствие стандарта ISO 14001-2017 года. Это новая версия стандарта, которая распространяется на требования к экологии. Очень большая работа была проведена, и было принято решение получить сертификат, который подтвердит действительно экологичность наших струнных транспортных систем на примере экотехнопарка. Мы уже получили сертификат на соответствие ISO 14001, международной версии стандарта. Сейчас идем на получение сертификата экологического менеджмента национальной системе. Странно, обычно национальный уровень, потом международный. Почему сейчас все наоборот? Сейчас получилось так, что международная версия стандарта вышла в 2015 году, а новая версия на требования СТБ, то бишь наш национальный стандарт, вступила в действие только летом 2017 года. И вот я хочу сказать, что не каждая организация может выделить аспекты, которые оказывают положительное влияние на окружающую среду. В нашем случае мы выделили аспект, вот наши культуротехнические мероприятия, которые вот и помогли превратить пустырь уже, можно сказать, в цветущий сад. Спасибо большое. И, наверное, самый важный вопрос. Все это прекрасно, все это здорово. Мы защищаем природу, мы выделяем аспекты экологические. Что это конкретно дает проекту создания технологии SkyWay и всем нашим партнерам? Получение сертификата экологического менеджмента в международной системе, в национальной системе дает нам полную уверенность в том, что мы будем допущены на мировые рынки, потому что, как уже известно, многие европейские организации не допускают даже до участия в тендерах те организации, которые не имеют данного сертификата. Также мы получим доверие инвесторов, потенциальных поставщиков, покупателей наших технологий. И с полной уверенностью можем сказать, что наша технология SkyWay экологична и безопасна. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и все пути для вас будут открыты. Строй SkyWay! Спасай планету!